В этом году исполнилось 100 лет со дня начала кровопролитного широкомасштабного конфликта прошлого века. В Первой мировой войне участвовали 87% всех жителей Земли, 38 государств. Поистине неисчислимые бедствия принесла война всему миру. 10 миллионов убитых солдат и мирных жителей. На памятной акции «Голубь мира», организованной Центром патриотического воспитания молодежи «Ратмир», собрались студенты, представители молодежных организаций, почетные гости, чтобы вспомнить и почтить память павших героев. Спасибо вам, что вы несете память о Первой мировой войне. Сейчас уже начали поднимать эту историю. Я знаю, мы вами уже подготовлены определенные фильмы с архивными данными, с фотографиями казаков, которые участвовали в Первой мировой войне. Память всех погибших в годы Первой мировой войны почтили минутой молчания. Участники акции выпустили в небо белых голубей, которые символизируют мир и миролюбие. Была тоже очень страшная война. Что мы в очередной раз тогда впервые доказали, что Россия великая держава уже на тот момент. И, так сказать, основными защитниками всего мира, как всегда, выступили, в принципе, русские, как и сейчас это происходит и всегда будет. Молодежь России, она должна помнить о тех страшных временах, о подвиге и герое тех славных воинов, наших соотечественников, наших прадедов, чтобы никогда ничего подобного не случилось на нашей земле. Молодежь Анапы помнит подвиг российских воинов. В память о героях Первой мировой войны воспитанники военно-патриотического исторического клуба «Черномор» возложили цветы к стеле «Город воинской славы».